Ладно, начинаю опять запись. В этот раз запись дуэльки. Да, все на запись. Я ФФАшку прошлую записывал, теперь дуэлька. Америка против России. Морская на полушариях. Поехали. Так, гляну, что тут вокруг. Ну, вообще, место выглядит шикарно, Имхо. О, еще и на холме. Не, ну тут мы ставим. С каменкой, с геликарнасом, с пантеоном на... Так, слушайте, на полушариях, наверное, нам не нужны скауты. С пантеоном... Не, наверное, тут нету смысла спешить с пантеоном. Вряд ли у него такой же. Да, еще, кстати, на континентах бывает такая штука, что вы можете быть на одном континенте. На полушариях такого не будет. Золото. Тут желательно вырастать быстрее, так что, блин, тут еще пантеон возможен на кэмпс, как его, на лагеря. Да ладно, вау, я точно полушарие поставил. Трындец. Вот вам и морская карта. Just wow. Ну, рядом 5 амбарников, но они не у города, то есть у столицы-то только один. Да, в контактной, конечно... Посильнее будет Россия. Так, ну нам волю надо теперь. Кстати, то, что я построил этот... Блин, ну что это такое вообще? Я, честно говоря, никогда не видел, чтобы полушария вот такие были. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, в 8 клетках. Так, ну мне надо... Блин. Уже поселенца надо было строить. Ну он просто, понимаете, я не знаю, какая у него там территория, но если он ставит где-то тут город, мне кажется, сдаваться надо просто. Просто потому что, а где мне ставить? Один ход только до возможной вырубки. Но мне надо прямо сейчас делать уже поселенца, не ждать бесплатного. Блин, понимаешь, если я сюда поставлю, то все, у меня закрыто, да? Хотя еще можно будет сюда. Ну, он наверное, сюда поставит. И глянем вообще, что он там... Ага, он не убивает. Вообще, по-хорошему, надо бы сюда и сюда ставить города. Я просто посмотрел, не убил ли он лагерь.
Куда ставить? Я бы, честно говоря, вот сюда ставил. Раз, два, три. Ну, чтобы морскими караванами, поняли, да? Ну, ГГ. Ну, вот такая дебильная дуэль. Ну, тут просто кто быстрее поставит город? Ну, это смешно. Как так можно карту генерировать вообще? Трындец, полушария. Охренеть. Подожди. Подожди, он не... Почему он не идиот? Это логично, он ставит город, мне надо сдаваться. Ну, слушайте, может я в настройках там убрал как раз команды вместе и вот это? Мне кажется, и вот это я херню сделал. О, дуэль пик есть. Там в настройках было команды стартуют вместе, а я убрал, написал рандом. Вот я вот эту херню сделал, вот почему. Еще один за Россию, ё-моё. Ну, давайте гунов тогда. Без Великой Стены и Великой Библиотеки. Ну, давай. То есть, ты за Россию, ты за Россию. Не, ну, слушай, если чувак выбирает Россию на дуэльке, то как он может не давать мне взять гунов? Вот, серьезно. О, около озера, еще и на море. Не, ну я отсюда уходить не буду. Блин, я только не посмотрел настройки карты, типа возраст там, вот это вот, типа легендарный, нелегендарный. Ну, это интересно будет, да, гуны против России. Ну ладно, давай все равно нам пока обрабатывать. У нас рабочих нету. Ну тут смотря какая Пангея. Если он далеко будет, то сильнее. А, то есть не сильнее. Так, явно он не в этой стороне. Видите, какая тут местность? Вот как мне к нему моими этими добираться, если что? Ой, еще ГГшка. Так. Религиозная. То есть надо решать по поводу пантеона. Я не посмотрел, включены ли эти руинки. А то еще ни одной не нашел. Так. Хорошо, все-таки монумент буду. Ну, не хочу я в традицию идти на Пангее. Или рабочего. Не, ну. Ну тут, походу, надо просто на плантации брать. А, дворец, еще дворец, да. Ну, вот это не под столицей, это третий радиус далековато.
Так, богату он не нашел. Ага, руинки есть, окей. Значит, двух скаутов я точно не зря делал. Ладно, да, дворец, наверное. Все-таки. $80. Виктория. Только хотел сказать, наверное, Виктория, но подумал, не, наверное, просто этот конец континента, а все-таки Виктория. Блин, может все-таки традицию, ну смотрите, ну тут же хрен пройдешь. Я принимаю решение играть через традицию, бо... Я не знаю, как мне тут будет пробираться к нему. Ну да, после прошлой тут типа... О, еще и население дали. Ну, ощущение, что в развитии у меня явно тут лучше будет. То есть территория... Я не представляю, что у него там... Соляной старт, где соль на холмах. Только такое я могу себе представить. Таранчик. Если вначале приехать таранчиком к городу соперника, и он не на холме будет, то он вообще забирается чисто одним тараном. Так, страшно, лучше так обойду. Ой, а где эти руинки? Не увидел сразу. Иди сноси. А найти его не надо, прежде чем сносить? Я бы снес, если бы знал, где он. Будет прикол, если он тут окажется. Кстати, это тоже может быть. Не, вон он. Все-таки вон там. Нет. Этот... Кампус на плюс 5. Ну вот тут город, да, офигительный становится, например. Так, ну надо ставить, если я отсюда выйду, то он меня будет атаковать своим. А, купить рабочего, кстати, да. Тут, кстати, проход в одну клетку ко мне. Ну и, собственно, и к нему, наверное, можно сказать, тоже. Thank you.
Просто тут встанем. Хотя там, наверное, ему и тоже не пройти. Вот как важна разведка. То есть, вот, хоть, думаешь, на Пангее, да? На Загунов. Ну, воля, очевидно, воля. Потом находишь, у тебя соперник хрен знает где. Тоже традиция. Ну, я не знаю, как тут через волю, типа, что ему, что мне играть. Ну, тут не пройти. Ну, тут очевидно конец. Тут, кстати, в некотором смысле это у нас полушарие, потому что у нас соединен одним этим. Одним перешейком, и все. Так, тут будем радарить, чтобы на меня варвары... Где тут? А, это чисто гора красненькая давала. Нет, я, пожалуй, буду рудники тут делать. Явно где-то тут еще надо город ставить, но я не могу выйти посмотреть пока. Ну, сейчас я вот этого сделаю. И пойдем. Я думаю, можно еще сделать пока, кстати. Не помешает. Так и знал. Конечно, тут же вот куда, где должно появиться варвар? Здесь и к моему этому поселенцу пойти. Не здесь, к Иерусалиму, ничего. Ну, здесь прям к поселенцу. Не хочу я на сахар. Не хочу. Попка слипнется. Железо надо открыть, я думаю. Так, вот тут надо, чтобы он его захватывал, потому что тут непересеченная местность. Будет проще стрелять. А, давайте сразу следующего делать. У нас тут вроде счастье нормально. А, серьезно? А сколько ходов прошло, что я уже могу дань брать еще раз? Вау. Прикол. Скаут не помрет. Ой, а чё я рабочего не захватил? Ой, ёшеньки. Так, лагерь надо? Лагерь не надо. А, кстати, Атаран захватывает рабочих, действительно. Кстати, не факт. Давайте, наверное, этим побегу. На случай, что если не захватывает таран, да блин, захватить. Захватывает. Ну, а зачем нам Иерусалим? Думаешь, там нужен?
Владивосток. Кто с Владивостока? Есть такие? Блин, мне вообще надо сюда идти этими. Так, я замерился. Я понимаю, что тут не пересеченная местность, но таким образом мы быстрее прокачаем, когда юниты лечатся каждый раз. Блин, я уже скоро посева получу, а территорию тут не открыл, куда идти. Да, гуны и Владивосток, что тебя смущает? Блин, ну как вот они так становятся постоянно неудачно? Ну я пока предварительно туда веду. Ну, русский, понятно, к Виктории поставил. Возможно, у него еще какое-нибудь чудо там имеется. Кстати, может Артемиду? Вообще лучше, конечно, морские караваны делать, а не чудеса. Да, кстати, тут лагерь не захватывать, а просто постоянно убивать юниты, которые будут давать в богате плюс к отношениям. Так, ну что-то придется куда-то сюда вести прямо. Похоже. Я всегда думал, что гуны с Владивостока.
Древнее же название Владивостока Владивагун. Почему длинные ходы? Может, потому что мы играем в пошаговую стратегию? Я, конечно, не уверен, но есть такое предположение. Гуновосток. Ну, это восточные гуны, точно. Отсюда восточные гуны, а западные гуны с Умани. Да-да-да. Так, лагерь. Маяк. У нас пока одна рыба только вижу. Ладно, давайте лагерь, типа ради цирка, скорее. Ну, нам, конечно, надо ставить... Хотя раз, два, три. Может здесь поставить? Типа, ну не дотянусь до меди. Ну, в принципе, тут тоже неплохо. Во, видите? Марш. Теперь мы будем лечиться каждый ход, вообще независимо от того, что мы делаем. Ну да, там и рыбки, ну блин, сейчас долго его туда тянуть, плюс тут меня еще обстреливают. Ну ладно, давайте пострадаем немножко. Нужен еще караван. Ой, караван, трирема. Ну, я тут, в принципе, могу... Не, наверное, тут встану просто. Ну, там сверху еще может... Ах ты ж, блин. Ладно, надо еще сначала трирему. Блин, ненавижу в Циву с торопыгами играть. Просто трындец. Он, наверное, там просто клик-клик, клик, клик-клик-клик. И всех победил. У него уже, кстати, три города, судя по очкам. Подожди, если не четыре. Три.
Я его проатаковал ради этого, чтобы он меня проатаковал. Наверное, все-таки аристократию. У меня не будет сейчас счастья так расти. Нафига ему что-то говорить? Пускай бесится. Так, может, кстати, давайте подставим ему поселенца. Он выйдет, захватит. Я убью его, захвачу лагерь, а потом отобью поселенца. Да ладно. Ладно, я все равно захватываю лагерь в первую очередь. Мне надо, чтобы там не появлялись больше юниты. Так, ну тут надо где-то тут встать, чтобы вот тут лагерь не появился. Ну, вообще могу... Нет, не могу, наверное. Не хочу деньги тратить. Ну, кстати, дорогу тоже можно провести между этими двумя. Блин, надо было отойти оттуда стрелять, чтобы он меня не атаковал. А, он сам выкупил клетку, отлично. Тогда плывем дальше. Не, ну вообще вот это надо засвечивать. Ладно, вернемся. Вот тут будем стоять. Стоим, лечимся. Игра почему-то здесь предлагает. Что там такого круче, чем вот на этом месте? Так, тут стоим, пускай следим просто. О, не атаковал, слава богу. Да, мне реально счастье на три города вообще без проблем. Следующим ходом глянем демографию. Ну, 6 отсюда это Виктория. Естественно, он больше из-за счет Виктории. Но производство у меня просто на 10 больше, чем у него. Так, мы без Великой Стены, Великой Библиотеки. Гелик, наверное, стоит. Я думаю, что он тут стоит того. А караванчик в Екатеринбург. Просто два производства в жопу засунул только что. У всех на виду. Стыдно-то как. Так, а за что мы там сейчас только что у Иерусалима получили? Так, дорога. Дорога, дорога. Пошли, наверное, камень обрабатывать.
Да, конечно, гелик лучше был бы в Владивостоке, но он слишком маленький для того, чтобы здесь. От чего зависит название городов? От того, с кем он играет. Он крадет название у соперников. Опа, мы сейчас выполним задание с этим. Амбаса сейчас убьет этого Меткалука, а мы просто захватим лагерь. Кайф. Так, наверное, вернем. А, подожди. Лагерь ей не надо было. Блин, надо было тогда забирать рабочего. Я думал, я сейчас засоюжу Мамбасу, и она начнет нападать на русского. Не, надо было тогда, наверное, все-таки. Недолго Иерусалим был моим союзником. Оба чудо моего соперника. Ну, второе так себе. Виктория, конечно, главное. Кстати, а может в Екатеринбурге сразу Петру строить? Есть война. Вообще, надо подходить меж автолечения каждый ход. Мне не важно, что там меня гуны могут. Ой, гуны. Варвары могут атаковать. Блин. Надо было на Кромлехе брать, конечно, пантеончик. Чё, висячие сады не строят? Мне кажется, что он строит их. И тем более у меня морские караваны, у меня есть озеро, на котором я могу построить сады. То есть мне тут висячие сады не критически важны.
Да ёлки. Сколько он тут наплодил юнитов? Может прокопать дорогу и в атаку. Но мне прежде надо с этими варварами разобраться. Ну и во-вторых, сейфовия, как говорится, чисто в разы. Потому что я вижу, что у меня лучше, судя по всему. Не знаю, тут если чудо строить, то даже скорее храм Артемиды, чем висячие. Стены в Петербурге построил, прикиньте. Ну, я понимаю, что страшно против гунов играть, да? Знаете, Стоунхендж реально. Видите, не могу никак эту оленя выкупить. Хорошая клетка, но... Десять ходов Петра. Пойду в столицу, хочу увидеть его. Сейчас на богату будем набивать влияние. Подожди, я только два встретил, да? Амбасы еще, да, забыл. О, как раз богата хочет храм Артемиды, зашибись. Ой, вот это, кстати, я могу сейчас скаута потерять. Это что-то я не подумавши. Чтобы зона контроля была, чтобы он меня не проатаковал конем. Да, это я, конечно, с этим скаутом сейчас тупанул.
Что, ты клеток уже обрабатывать? Наверное, поплывем в Екатеринбург, но мне для этого надо маяк открыть. Опа, кто это союзничек с богатой? Где тут стоит? А, у нее тут этот обзор маленький, да, у тарана. Так, жемчуг еще вот тут. То есть, если ставить город, то скорее в этом месте где-то, чем здесь. Но это уже после нацколледжа точно. Попробуем тут пробраться. Просочиться. Так, колосс еще не открыт, да? Два хода. О, давайте тогда цирк как раз. У нас Петра, колосс, Стоунхендж. Ну, вы понимаете, почему мы не забираем, да, лагерь? Все понимают? Есть кто-то, кто не понимает? Поднимите руку. И вон из класса без родителей не возвращаться, не выучено. Вон, видите, он еще и чудеса не успевает за мной строить. Хотя он хост. Ну, блин, я просто не понимаю. Вот люди открывают демографию, видят, что в два раза человек опережает по производству. Что им в голове подсказывает, что, ну, время строить чудеса. Тараканы в голове говорят, отстаешь в два раза по производству, строим чудес... И удивляться потом, что отстают. Хм. Как же это произошло? Ну, Петру, я смотрю, у него негде строить. Он даже туда не выходил. Блин, реально уже клетки не... Так, стоп, оптику давайте. Чтобы в Екатеринбург сбегать, сплавать. Ну все, он сдался. Ну это очевидно. Ну типа, а что ему делать? Просто отстает по всему. Давайте глянем, конечно, но... Я просто не знаю, но вот он Артемиду не построил, он не построил... то есть в то время, когда я строил караваны, что он строил, почему он отстал? Ну и место, очевидно, у меня лучше. У него просто два стратегических ресурса. И все. А, нет, три. Сорян, три. Ну, опять же, это можно играть, если ты не будешь гнаться за чудесами. Зачем тебе чудеса? Ну, стены строил в Петербурге, да. Ну, я понимаю, страшно, что сейчас прибегут эти
Конные лучники Гуна. Я согласен. Но дело в том, что, блин, по моему мнению, строительство юнитов больше тебя защитит, чем стены. Да, и вообще, ну там меня сложно разведать. Вот он до сюда дошел, вот здесь вот лагерь варваров. Здесь его, скорее всего, либо убили скаута, либо что. И тут был лагерь варваров. Он ни тут не может пройти, ни тут не может пройти. И тут еще в одну клетку. У меня там стоит мой скаут. Он не мог бы меня. А, он даже не знал про пере... Ну да, в принципе, он не знал про перешейк. Он боялся, что вот эта вот вся территория, вот прикиньте, что тут нету воды. Мы-то знаем, что тут вода. А тут нету воды, и тут вот тут уже мои города стоят вот здесь, прямо. Да, страшно. Это к вопросу о важности разведки. Ты должен знать, какая карта. Просто что может сделать соперник, что можешь сделать ты. Потому что в пятой ЦИ это вот постоянно я вижу, чувак, например, вообще не строит скаутов, просто, например, берет там, например, тупо прошел дуболомом сюда. Вот тут у него все не разведано, да? Ну, это ФФА, я имею в виду, ФФА. Прошел сюда, такой, о, нормальное, ну, предположим, богатой тут нету, нормальное место, ставить сюда город, а тут в трех клетках моя столица, например. И все, и ты уже просто в войне, хотя у тебя есть еще места, куда ставить, если бы ты разведал. И, конечно, понятно, иногда надо в сторону соперника поставить, надо его подселить, когда, знаете, там, ну, когда ты уверен в своих силах, а когда ты просто ни хера не разведав, бахнул город, не подумавши, и у тебя упорочка, ну, все, что остается, ливнуть. В итоге, вот это Civ 5 style playing. Просто бахнул город, ну, прокатило так прокатило, не прокатило, я просто ливну. Вот это обычное дело. Потому что нету ни лояльности. Почему в шестую циву интереснее играть? Потому что тебе никто в лицо город не поставит. У тебя по лояльности он отвалится иначе. Страшно, очень страшно, да. Мы не знаем, что это такое. Если бы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Кстати, вот эти... Мне, конечно, сейчас вот это искусственный интеллект, нейронки, которые переводят мемы, это вообще просто трындец. Хочу заняться свои видео, надо разобраться, как свои видео просто на английский попереводить таким образом и выкладывать на английском канале, чтобы заново все не делать. Это ж вообще офигеть, с той же интонацией, с тем же тембром голоса все. И там еще и этот накладывается. Мне-то это не надо, например, там в рейтинге цивилизаций. Ладно, вот такие две дуэльки получились. Америка против России. А, нет, Америка против России первая, а тут гуны против России вторая. Кстати, реально мне с территории больше повезло, чем России. Обычно Россия в крутых условиях появляется, а у меня даже холмов, по-моему, больше, чем у него. Россия оба раза проиграла. Это так и в войне с Украиной будет. К сожалению, для россиян, к сожалению, что это вообще война началась. Все, на этом все. Слава Украине, живее Беларусь. Играйте в умные игры. Всем пока. Thank you.